Короче, ребята, просто какая-то полная хрень. Ты берешь себе батарейки, а они почему-то не работают. Вы видите, снизу мигает, а что я мог? Нельзя. Выключись. Блять, пугает этот звук просто. Не знаете, что? Вот смотрите, 2 из 6. Чем мы можем создать? Мы ни черта не можем создать. Зато клей у нас нормально. Да. У нас нету шприцов и какого-то вещества B6. Скорее всего, это наподобие клея B6. Здравствуйте, мужчина. Я вернулась. Что за звук? Это ты там? В смысле? Ты чё пугаешь-то? Так, R использовать. Давайте походим на худой конец тут. Посмотрим, может что-то интересное тут найдем. Мы помним, что тут было безопасное место. Вот так самая вентиляция, которая нужна. А мы пока что... Так, побегаем. Нам потому что батареечки очень нужны. Я вроде их подобрала, а они не работают. Разряженные батарейки. Так что нам туго-туго-туго придется очень сложно. Давай уже, иди сюда. Акси, я нашла. Это она? Погоди, я сейчас. Так, где? Баночки. Ты же найдешь без меня, да? Мне не надо тебе ничего подсвечивать. Что стоишь-то? Вот она, я вот знал, она. Что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Научи меня точно так же. Дай мне эту способность. Так, правая кнопка мыши. Господи, стоит или сидит, ждет, просто ни черта не делает без меня. Что за мужчины пошли? Давай, 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 двигайся. Ну, ну, смотрит потолок, смотрит. Лучше тут не задерживаться. Убить его. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Детка. Давай, давай. А ты в курсе, то, что на коленках будет быстрее? Как говоришь, корабль-то называется? Ты не будешь вставать, по крайней мере, хотя бы. Чего он спросил у меня? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным, у них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли, лучше его не злить. Это не станция, а... Там сохранялка, по-моему, есть. Иди за мной! Ну, пошли. Подвиньте. Не... Да, блядь, подвинься! Ты ёбаный! Кретин! Бесючий! Так, сохранились. Хорошо. Теперь мы быстро сюда сбегаем. Посмотрим, что вообще в моих владениях
Сенсор, нету места. Понятно. Фонарь не работает. Так, теперь тихо. И фонарь включай. Ух, если бы. Тихо ты! Ты, блядь, бесючий ублюдок! Стой! Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Слава богу, я вас нашел. Завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Да я уже пошла. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Давай. Ничего, круг. Рипли. Прячься. Что случилось? Что? Сам взял и сдох? Там что-то есть. Смотри, все за мной. Нам все равно нужны боеприпасы. Оружие, еда. Надо взять. Кто тут? А ну вылазь, не тронем! Там внутри что-то мелькнуло. Мы знаем, что ты там. Черт. Холоднее, что ли, стало? Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. Но вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сработал? Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение? Крыса? И хреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушки. Ну что, давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Воу-воу-воу-воу-воу. Что вызывает у меня больше доверия, вы или андроиды? Хорош, идти сюда. А что дальше? Так, что у меня там? Отвлечь внимание мародеров. Я отвлекла. Где Аксель? Ух. Блять. Мы дошли до такой жизни. Неужели помощь не придет? О-о-о-о. А что дальше? Хорошо, еще сильно не одна. Вау, тут еще один чувак есть. А, это Аксель вообще. Молодец, Рипли. Сюда. Потише. Они еще рядом. За мной. Сохранялка? Просто будем на каждом месте сохраниться. Да. Чужой ползает. Давай, пройду. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что, не такого ты ждала от Севастополя? Тихо, мужик. Меня тут вообще быть не должно. Лично. Рабочие я так и сумела добраться до товара. Шеф не заметил пропажи. Станция закрывает. Мало ли что может потерять суматохи. Насчет таможни, не волнуйся, Синклер вел свои доказательства, да, им вообще сейчас не до нас. Ай, господи, не нужно что-то. Опись? Нет, личная. Инвентарь. О,
Аспирин, две упаковки консерв. Ничего нужного. Не туда нажала. Хлам. Подбираем просто весь хлам. Почему так настороженно идешь? Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. И что теперь? Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Уйди второй пульт. Меня, наверное, поймают сейчас. Этот, что ли? Готово? Да, на счет давай. Три. Раз, два, три. Давай. Аксель, сзади. Что? Я бегу, я бегу. Красавчик. Поймали ворюгу. Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки. Как мне помочь-то? Не на... Ох, на. Ты что наделал-то? Черт! Пошли! Нас сейчас услышали. Остальные явятся! Надо валить! Живо! Бегом! Да ё-моё! Бежим! Стреляйте! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Ух! Они его убили! Черт! А чё мы как-то медленно бежим? А чё я осталась на месте? Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Успокойся, Рипли. Ты понимаешь? Что такое? Что за жижа? Там кто-то есть! Аксель? Это что за херня? Что мне делать? О, господи, что это за тварь? А где она находится? Где она находится? Надо уходить. Так, тихо, тихо. Так, сейчас посмотрим. Транзитная линия. Где же транзитная линия может находиться? Направление прибытия. Это что ли? Что за транзитная линия? Это транзитная линия. Узнать, как... Куда? Куда нажать? На Е. Ух.
это было что-то вообще. Это просто жесть для меня. Это я уж поняла. Я не думала, что так быстро появится. Чужой прям просто... Найдите лифт в центр связи. А я еще не подгрузилась, потому что цель появилась. Зашибись. Зашибуленьки. Давай. Почему так долго открывается? Выход к центру связи Sixen Telecom. Службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Это что такое? А, это транзит вызывать. Тема транзита станции. Понятно. Работает. А теперь куда мне? Режим. Можно как-нибудь на карте отметить? Какая цель вообще? Еще раз. Попасть в центр связи. Где у нас центр связи? Он где-то, наверное, наверху. Я нашел сохранялку. Давай посмотрим, есть у нас тут чужой или нет. Он как-то должен предупреждать, я не знаю. Он должен как-то предупреждать. Прятаться, ёк мою мать. Что, подожди, попасть на лифте в центр связи? А где у нас лифт? Где мы сейчас? Это... Попался... О, вот он. А кто там ждет меня? Пожалуйста, не уходи! Чёрт! Эй, сюда! Тут кто-то есть! Ага. Что это такое? Похоже, она пыталась подобрать код к лифту. Контакты перегорели. Ерунда. Надо просто заменить элемент данных. Что, подожди. Ну я же вас не стреляла. Какой? Вон там. Она внизу была. Забей. Забей, чувиха. Ну что там? О, они там ходят. Я добралась, куда мне надо? О, я еще далековато от него. Так, значит, по лестнице. Понятно. Так, он меня не видит. А я его вижу. Так. Давай, пойдем. Вон там кто-то прячется.
Мне сюда? Мне сюда хоть? Здорово. Мне подарилось, да? Давай. Давай, давай, давай. Давай. А мы пока тут посмотрим. Так, найти элементы данных, починить. Какая семейка. Наверное, в каждом шкафчике так. В этом радиусе. Она побежала вниз. Пошли. Нет уж, я туда не полезу. Как? У нее твое устройство. Все равно оно не работало. Ничего, придумаем что-нибудь. Надо уходить. Не открывается. Почему она сюда не полезет? Я вентиляцию слышу, что она Знаете что, ребята? Ну пока что все, пожалуй. Давай, залази. Потому что как-то это вообще. Сохранялка вообще внизу. Мне нашли его. Так что, ребята, спасибо за просмотр. Обязательно комментируем внизу, пишем что-нибудь интересное, либо вообще свои отзывы, как вам игра и то, как я ее прохожу. Если есть идеи какие-либо пройти игру совместно, либо можете попросить, просто пройди, пожалуйста, эту игру. Всем спасибо, всем пока.